В Уфе проведен праздник добрых сердец. Ярмарка существенно помогла малоимущим, многодетным и неполным семьям. А участникам подарила возможность проявить милосердие и тем самым дала повод для истинной духовной радости. Подобные ярмарки будут проводиться и в дальнейшем. Для людей же, остро нуждающихся в помощи, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Спасским храмом Уфы проводится сбор одежды, обуви, средств гигиены и постельных принадлежностей каждый день, рассказывает Анна Аксенова. На ярмарку уфимцы и гости города принесли детскую одежду, игрушки, книги, школьные сумки, канцтовары. Их они не продавали, а меняли. Каждый смог взять себе то, что ему понравится. Понятно, что прощенное воскресенье – это последний день перед постом. И в храме собирается особо много людей, чтобы попросить друг друга прощения. Вот ярмарка стала хорошей традицией. Деточки подготовились в воскресной школе для этой ярмарки, сделали какие-то работы. Работы, рисунки, какие-то поделки. И сегодня эти поделочки наши будут прихожане покупать. Ну, во славу Божью. А для пришедших в большом количестве на ярмарку малышей и подростков проводились конкурсы, как интеллектуальные, так и подвижные. За победу дети получали сладкие подарки. Ребятишкам разных возрастов на празднике было весело и интересно. Там интересно! То, что было весело играть очень. То, что было очень весело играть и было очень весело на этих всех конкурсах. С ярмарки все уходили довольными, счастливыми. С собой уносили большие сумки с обновками для своих детей. Малышам было приятно играть с новыми игрушками. Мамы радовались, что не придется теперь покупать на весну и лето куртки, платья, брюки, юбки. Для сильно выросших за зиму сыновей и дочерей. От каких вещей ты сам устал или ты хочешь пожертвовать для храма? Приносишь сюда и забираешь тебе нужные приятные вещи. Вот. Можно художеством заниматься, делать всякие изделия. Художественные тоже постараться во имя Господа. Ярмарка существенно помогла малоимущим, многодетным, неполным семьям. Подарила всем собравшимся еще один счастливый, незабываемый праздник. Подобные ярмарки будут проводиться и в дальнейшем. Для людей же, остро нуждающихся в помощи, попавших в сложную жизненную ситуацию, Спасским храмом проводится сбор одежды, обуви, средств гигиены и постельных принадлежностей каждый день. Анна Аксенова, Эмиль Ахмадеев, видеослужба Уфимской епархии.